Манас Радио Сунда Атаин Репортаж. кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин мекендештерибиз жалпыңыздарды биздин оу толкунга кайрадан кош келиңиздер деп чакырып алалы атайын репортажыбыз бүгүн урматтуу каармандарыбыз жаңы жылдын сегизинчи күнүндө өзгөчө болгону турат анын себеби бүгүн биз маданият жаатында сиздер менен сөз кылганы турабыз урматтуу мекендештерибиз жана бул биздин маектешүүбүз орус тилинде жана кес кездте менин орусчам жетпей калганда кыргызча дагы кошулуп турмачы жалпыңыздарга жагымдуу күн тилейбиз урматтуу каармандарыбыз дагы бир жолу кутманду күнүңүздр менен Бегум без дыма, ну студиостами, Назар Стерегай Танштрагетейн, Баратов, а, Джана был а, фонд Централа Азия Арт-менеджмент фонду, ну, а, долбор дух, менеджер кен, а, джана, а, расскажите первым делом про ваш фонд, чем она занимается, до этого какие у вас были проекты и про Саймол Таш. Общественный фонд Центральной Азии Арт-менеджмент был, был, был создан еще в 2005 году и mm -hmm. начиная с 2005 года он реализует ряд проектов. Необходимо отметить, наверное, самый такой важный и наиболее заметный проект Центральный азиат – это Бишкекский международный джаз-фестиваль. Да, который мы все знаем этого, и любим. В рамках да. этого фестиваля мы реализуем сотрудничество с медиа нас на протяжении уже третьего года. И этот фестиваль в этом году будет реализовываться уже 15-й раз, юбилейный раз. Помимо этого Центральный азиатский менеджмент реализует ряд культурных и культурно-научных мероприятий. Разные проекты, такие как… В том числе это проекционный музей Саймол Это образовательная программа ⁇ Визит-тур ⁇ для начинающих музыкантов из регионов Кыргызстана, которые приезжают в Бишкек... Визит-тур? Да, визит-тур, который приезжая в Бишкек обучается джаз-музыке и джаз-культуре в целом. А как можно, если человек хочет туда записаться, что надо сделать? В этом смысле мы сотрудничаем с музыкальными учебными заведениями в регионах, и угу. мы с ними конкретно работаем, кого они нам предлагают, тех мы и отбираем. Хорошо. То есть это уже целевые. Угу. И это, конечно же, на данный момент очень интересный проект. Это проект проекционный музей Сеймалташ, который уже реализуется на протяжении второго года. Второго года, да? да? Я первый раз слушаю. Извините, меня. расскажите поподробнее, чем Значит, что это такое? Значит, данный проект реализуется при поддержке фонда Кристенсена. Угу. Проект заключается в том, что наш общественный фонд создает проекционный музей и виртуальный музей Саймалтаж. Что это такое? Да, объясните, пожалуйста. А, Виртуальный музеи и проекционные музеи – это ä, те самые инновационные технологии, которые сегодня очень интересны любому музейному посетителю. Это та практика, которая применяется во всех музейных пространствах мировых, mm -hmm. таких значимых музеях. И саймалтаж в силу того, что он труднодоступен и чрезвычайно интересен, mm -hmm. сохраняет сакральность, научную значимость и так далее, он… Ä, Ничто иное, как Сайм имеет право показываться в музейных пространствах. Однако в музейные пространства... Э, сайм Алташ показывать в музеях оторвано от его ландшафта, Mm -hmm. От его губы. Да. Тоже... Или же показать всего лишь там некоторые петроглифы, это недостаточно для того, чтобы передать вот эту, всю уникальность этого памятника. Mm -hmm. И... Это конкретно, в который находится в Сыкуле, да? Я еще не слышала... Саймал в этом случае нельзя путать ни в коем случае Саймал этаж с другими петроглифами. Mm -hmm. Саймал – это петроглифы, находящиеся в Джалабадской области, в верховьях э реки Тоусторо. Да, это самые массивные урочище, это самое большое скопление петроглифов не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии. Да, да. да. А, то, что на Исукуле, вы правильно отметили, там тоже есть петроглифы, но они называются не Саймалуташ, а Сайматаш. Вот э, все отличие в этом. Захочете. Саймалу и Сайма. Да. Наш проект посвящен именно тем петроглифам, которые находятся в, да, в верховьях реки Тостора. И, э, значит. Э, Наш проект направлен на то, что мы создаем те приложения, которые э, ознакомили бы музейного посетителя и не только музейного посетителя с этим э, уникальным памятником. Виртуальный музей «Саймалташ» — это э, то приложение, которое э, заключается в следующем: VR шлем, который сегодня всем известен, mm -hmm. под VR шлем мы создали специальное приложение, которое позволяет человеку отправиться виртуально на «Саймалташ». Это пятиминутное приложение. Человек отправляется на сей малый этаж, видит весь ландшафт, mm -hmm. всю уникальность Кыргызских гор, всю эту красоту и останавливается на семи ключевых петроглифах разных исторических периодов. Это это петроглифы с разной первой сюжетной линией, мы ее так называем, основанные на исторических периодах. То есть охватываем все петроглифы, начиная с эпохи с бронзового века и заканчиваем тюркской. Эпохой. Это семь петроглифов. Туда входят и сцены э, э, охоты, сцена и... охоты, сцена приручения животных, солярные знаки, татемные животные, ритуальные танцы и так <главлялся> семь петроглифов. И э, останавливается на семи петроглифах, дает ключевую информацию об этих семи петроглифах. Mm -hmm. Это то, что виртуальный музей. Сейчас мы начинаем реализовать второй этап этого проекта, это проекционный музей «Саймалтаж». Когда человек не надевает шлем, э, VR-шлем, а уже заходит в специальное помещение, в котором установлено мультимедийное оборудование, и все это помещение якобы реализует путешествие, то виртуальное путешествие на сеймал-этаж. То есть то же самое, что и было в шлеме, только... в больших объемах. Угу. Это оказывается только в Бишкеке, да, можно это посмотреть по регионам и по другим местам. Но то, что касается э, виртуального музея и VR-шлема, это мобильное приложение. А, мобильное. Мобильное приложение. И э, мы планируем сотрудничать со всеми краеведческими музеями Кыргызстана, в том числе и региональным музеем. Более того, мы 15 августа реализовали, ре, реализовали апробацию приложения в Центре кочевой цивилизации имени Хурманджан Датка в Исукульской области, в селе Орнук, угу. э, в экспозиции данного музея э, так что, почему бы нет? Мы, наоборот, рады сотрудничать с э, региональными музеями в том числе. Заинтересованы, да? Да, заинтересованы. Ага, очень интересно. Когда это можно будет посмотреть, например, я? А, то, что касается сроков. На, до сегодняшнего дня мы разработали одно приложение угу. по первой сюжетной линии, как я и говорил, основанной на исторических периодах. Планируется создание еще двух приложений. Второе приложение будет посвящено только колесницам, и третье приложение, вот мы сейчас утверждаем, скорее всего, оно будет посвящено солярным знакам, то есть все солнцеголовые человечки, которых мы всегда видим на фотографии mm -hmm. Саймы Латаша. Mm -hmm. Mm -hmm. А, да, верно. Солнцеголовые человечки. И вот по тому э, с, периоду, когда все эти три приложения будут готовы, мы их будем передавать уже. Mm -hmm. Очень интересное приложение. Мне кажется, это не только, чтобы знать истории, это, мне кажется, для туризма очень хорошо. Да, это очень полезно для туризма, поскольку сегодня Саймалтаж сталкивается с такой насущной проблемой того, что не организованы туристические походы в Саймалтаж. В том смысле, то, что они организуются, но они организуются не Какие трудности, может быть, нам ожидать? Первое то, что это неквалифицированные э, экскурсоводы, те самые гиды, поскольку мы за время реализации этого проекта посетили два раза Саймал-этаж с, протяж... с долгими экспедициями, и мы видели, как туда приходят туристические походы и э, некомпетентность, мягко говоря, тех самых. Э, Гидов, угу. которые дают неправильную информацию о петроглифах и которые не организуют это одна проблема. этих... Это одна Мне кажется, это часть одной проблемы. Да, ]ности. это часть проблемы, которая не организует этих туристов. Угу. Саймал-этаж это тот памятник, который сохраняется уже более трех тысяч лет. В этом смысле надо очень осторожно относиться к такому понятию, как «туристический этикет» ни в коем случае нельзя ходить по этим камням, угу. поскольку вот этот вот слой, на который наносится рисунок, он очень тонкий, он очень э, он очень легко может повредиться. Сеймалитаж в течение 11 месяцев находится под залежами снега и льда. Угу. Это своя угроза для этих камней. И помимо этого, туристы могут спокойно пройти, наступая в специальные обуви через эти камни и нанося тем самым вред обязательно надо организовывать эти туристические походы и mm -hmm. смотреть следить за тем чтобы те самые туристы которые реализуют туда походы они соблюдали эти самые простые самые основные э, правила правила. Да, правила но в этом смысле надо отметить то что иностранные туристы э, с этой проблемой не столь сильно сталкиваются они как то более менее в этом отношении более... организованы угу. наши же туристы к сожалению они не столь организованы и э, еще одна проблема это вандализм вандализм поскольку почему-то каждый кто поднимается на малый этаж хочет ну, оставить конечно отпечаток. прошу прощения не каждый но многие почему-то так и желает взять что-нибудь и выбить э, следы того что он там побывал и номера телефонов Имена, фамилии, места рождения — это просто. Здесь был Вася, да. Да, здесь был Вася, грубо говоря. Но да. именно так это все и происходит. эти надписи — это это неуместно. Угу. Это неуважение к своей истории. Это неуважение, это потребительское отношение к культуре. Угу. Это мы ни в коем случае не имеем права допускать. И этих туристов надо информировать. Сегодня прокладывается неподалеку от СМЛТШ новая дорога, да, автотрасса Север-Юг, угу. которая это тоже угроза, да? Очередная угроза, поскольку саймал-этаж таким образом становится более доступным. Mm -hmm. Более доступным. Саймал-этаж доступен в течение года, но ну, максимум в течение шести недель. Это конец июля, середина августа, вот этот вот период. Mm -hmm. Он сам себя сохраняет в течение остального периода. Но даже вот этот период... Шесть месяцев, да? Шесть недель. А, шесть шесть недель. Я месяц сказал. Полтора месяца. Да, да полтора, полтора месяца, а то и меньше. В частности, говорят, это месяц угу. такой же твердый месяц, когда можно посещать саймолташ. Так вот даже в течение этого месяца это становится доступным для каждого прохожего, грубо говоря. Угу. Нет никаких инстанций, которые бы организовывали, Присматривали, бы, да. да. То, что касается присматривали, есть и администрация саймолташ есть, но они не выполняют той функции того, что осуществляет надзор на теми, кто посещает. Угу. Это тоже угроза. И э, в этом смысле автотрасса Север-Юг, она облегчила доступность Сайма Луташа. И коли мы продумаем вопросы автотрассы Север-Юг, это очень великолепный проект, но тем не менее необходимо задуматься и о последующей жизни. а mm -hmm. последующем существованнии таких унікальных памятников как сайманлатта mm -hmm. у вас какие генежтер чтобы там сохранить вы mm -hmm. советы или значит реалізуй проект мы сотрудничаем с научным консультантом, кандидатом исторических наук Кадичей Ташпаевой, который является зав. археологии Института истории, археологии и этнологии Национальной mm -hmm. Академии Наук Кыргызской Республики. Кадичей Искандар с 1991 -го года реализует исследования Саима Алташа, и у нее есть наработки, у нее есть предложения по тому, как можно защищать Саима Алташ. Мы же, в свою очередь, можем... Те самые наши приложения, которые мы создали, они направлены на защиту саймал mm -hmm. Мы, создав эти приложения, работаем в двух направлениях. Первое направление – воспитывать уважение к этому памятнику. Тем самым мы прививаем к детям, подрастающему mm -hmm. поколению, к молодежи, и не только к молодежи, ко всем кыргызстанцам, уважение к такому культурному памятнику, как саймал И по аналогии люди будут правильно относиться и к другим памятникам культурным. И второе – мы как бы это тактично сказать, но, наверное, это можно и так сказать, то, что человек, который не совсем заинтересован в посещение таких культурных объектов, угу. ему будет достаточно просмотреть всего лишь этого видео и не посещать Саймал-Этаж. Успока... успокоиться, да? Да, и он может успокоиться и понять, в чем дело. Угу. Вот, вот этот слой мы, так скажем, ограничиваем от своей этаж чтобы вот эти вот акты вандализма там не совершались больше. Вот эти вот два ключевых направления. А с какими трудностями вы сталкивались, когда реализовали этот проект? С какими трудностями? Но э, вас интересуют чисто технические трудности чисто при создании? технические и человеческие какие? Да, человеческий фактор. Значит, трудностью было то, что, ну то, что касается непосредственно техники, да. Некоторые рисунки, которые нанесены на камни, они очень сложно просматриваемы. И у нас стояла большая проблема, как же нам отразить эти рисунки, чтобы они были видны на экране. Mm, четко видны. Да, четко, четко видны. И более того, они должны быть не просто видны, они еще должны быть разборчивы, mm. поскольку это понятное дело, да, что Саймалтаж это, это не картина, передающая стопроцентно, yeah. это там э, очень абстрактно, не детально нарисованный mm. рисунок, который надо додумывать, что же это может быть. И в этом смысле мы применили такой очень интересный э, подход, сделали это анимация. Mm. То есть на время этот камень оживает. Да. Если это, условно скажем, да, сакские тотемные козлики, то на время конечности этих козликов сжимаются, и словно эти э, козлики несутся в стремительном галопе. Это вот такой вот очень интересный, да, очень интересный метод визуализации этого камня. Или же, например, если колесница, то э, она, она, движется, она едет. Да? Mm. Эта колесница едет. Если это сцена охоты, то стрелы летают, то это и... И более того, надо отметить то, что Нурланбек Нашанов, народный артист Кыргызской республики, создал музыкальную подложку для этого О, приложения, прекрасно. что очень хорошо сопрягается с той информацией, что мы передаем. Угу. То есть, если же это сцена охоты, то и при помощи национальных инструментов Нурламбек Нашанов передает музыку этой охоты. Угу. То есть, Чупочор он играет, или же другие инструменты, не, очень идеально подходит угу. под ä, те сцены, которые описываются да. и Можно увидеть и услышать, да? Интересно. Можно увидеть и услышать. А, вот 17 декабря состоялась презентация этого приложения. Угу. А, посетили, вот немножко хочу сказать о презентации, посетили представитель научного ученого сообщества, представителей музейного. А, очень тепло. Угу. Очень тепло приняли, все были в восторге, поскольку а, музейщики были в восторге тем, что впервые. Впервые в Кыргызстане создаются подобные инновационные современные приложения, направленные на музейное пространство, направленные на культуру. Ученые сообщества были рады тому, что это все научно достоверно. Mm. Это не на уровне э, любительском или еще чего-либо. Кадичай Скандерман, который является ключевым, э, ключевым консультантом этого проекта, главным mm -hmm. консультантом этого проекта, она является признанным специалистом э, в сфере so, изучения петроглифического искусства в целом, не только Кыргызстана, но и, всего центральной, ну и всей Центральной Азии. Это и научная достоверность. И, значит, на этой презентации выступил Нурланбек Нышанов, и всех поразило то, что Петроглиф, который был создан в эпоху бронза, он сопровождается тем инструментом, который был создан в эпоху бронза. Mm. Это, это уникально, это очень интересно. Это надо и, видеть, да, наверное? Это надо видеть, и это надо слышать. И это надо не просто слышать, это надо вслушиваться. <существует> чувствовать надо. Чувствовать, действительно, это надо чувствовать. А обычным обывателям, обычному народу когда можно будет посмотреть и где? Обычному народу, возможно, будет это посмотреть в музейных пространствах. Да, Опять-таки, да? мы считаем, что подобные технологии должны использоваться как средство применения, призыва угу. людей в музейные пространства. Ведь музейные пространства сейчас вот будут постепенно становиться не только храмом, но и неким вот в кавычках, скажем, неким э, пространством развлечения, где история будет даваться более интересно. В этом mm -hmm. смысле наше приложение будет очень кстати. А в данное время можно будет это увидеть? В, данное, в каком музее можно? В данное время э, вообще мы передали комплект техники в центр кочевой цивилизации в, э, на Исукуле. Mm. Но э, еще мы полностью не запускали, поскольку у нас есть еще несколько идей по созданию методичек по использованию. А, нам еще надо будет продумать, как это будет э, включено в экспозицию, mm. какое будет место этих шлемов. Еще немного шлемов. времени надо. Да, указать. это целая концепция должна продуматься, поскольку ни в коем случае нельзя это ставить просто как развлечение. Оно должно занимать, ну, конечно, не как артефакт, но как экспонат. Как экспонат, который будет сопрягаться с музейными предметами. Uh -huh. И э, мы должны будем продумать и э, концепцию экскурсии и всего прочего, и мы будем готовы передать, и в музейных пространствах это можно будет видеть. Но опять-таки повторим, что это э, мобильное приложение. И апробацию мы проводили и в школах, и в вузах. И мы думаем, то, что подобные рекомендации по их использованию можно будет писать и для школьников, угу. и для учителей истории в школы, и э, применять это в школах. И будет, надеемся, что это приложение будет доступно и для детей. Было бы очень хорошо, если э, бы для мы детей. Мы тоже думаем, что это было бы очень здорово. Угу. Поскольку апробация именно это и показывает, что дети действительно э, в восторге. Они не привыкли, что на уроках истории угу. есть какие-то такие современные решения. Там в уроках истории там только даты. А Даты в этих датах, да, сколько там историй и судьбы человека там написано, мы никогда не вдумываемся. А сейчас, Даниэр, Иркин микрофон, что я не спросила, что вы хотели бы там поделиться с нами? Чем бы мы хотели поделиться? Но в первую очередь, мы бы хотели бы всех призвать э, соблюдать те нормы культурного этикета. Mm -hmm. Культурного этикета и осознавать уникальность тех самых памятников. Саймалаташ это всего лишь, ну, конечно же, это не всего лишь, но тем не менее, это один из памятников, который заслуживает такого масштабного уважения среди кыргызстанцев. И таких памятников. И слава богу, Кыргызстан богат такими памятниками. И мы должны научиться уважать, Мы да? должны научиться, мы должны научиться не потребительски относиться к этим памятникам, мы должны осознавать, какую они сакральность несут в себе, какие они в себе скрывают смыслы, ведь Саймалташ является некой энциклопедией мировоззрений, верований и народов, которые проживали на территории угу. Кыргызстана с эпохи Эниолита, с эпохи бронзокаменного периода. Но что бы мы еще хотели бы, так это то, чтобы современные люди чаще посещали музейные пространства. Музеи, поскольку именно в музеях доступно раскрывает историю и наше место в истории. Mm -hmm. И наши приложения направлены на то, чтобы музейные пространства стали более интересны для посетителей, для детей. И мы бы хотели бы, чтобы люди, в том числе и педагоги, те люди, которые будут в последующем иметь отношение к таким приложениям, реализовывали, пользовались ими всецело. Mm. То есть... Да, то есть, какую мы сегодня имеем проблему? Даже у нас есть очень много партнеров фондов, которые создают базу такую. Это не только то, что касается Аймалташа, это другие культурные проекты. Но нередко мы сталкиваемся с такой проблемой, что мы создаем, а пользоваться некому. Mm. А пользоваться, не умеет, да? а пользоваться некому не умеем или же ленимся, но э, этим пользоваться надо. Этим пользоваться надо, тем более мы это реализуем не для того, чтобы э, себе заработать какой-то там авторитет или еще что-нибудь. Мы это направляем на наш народ для того, чтобы народ просвещался и получал ключевые вот вот знания, Изучали, узнавали нашу историю кто мы, только Верно. не ограничивались там учебником. Очень, очень интересно вы рассказали, Даниэль, большое спасибо вам большое спасибо надеюсь еще мы не раз встретимся надеюсь урматтуу каармандарыбыз биз ушуну менен атайын репортажыбызды жыйынтыктайбыз сиздер менен биргеликте микрофон башында мен шаризат болдум жана ошондой эле ә... централ кайра айтып коесузбу центрral asия арт менеджмент так ошонун долбоордук менеджери данияр маратов болду урматтуу каармандарыбыз чоң рахмат кайрадан эфир толкуннан көрүшүп угушканча манас радиосунда атайын репортаж